В Голливуде зреет громкий скандал. Темнокожие актеры обвинили в расизме главную кинонаграду, дескать, «Оскар слишком белый». Режиссер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт Смит призвали бойкотировать церемонию вручения наград. Ли в своем инстаграме обратил внимание, все претенденты в актерских номинациях за последние 2 года – белые. Так, в этом году киноакадемики обошли вниманием, например, работы Сэмюэля Л. Джексона в «Омерзительной восьмерке» Тарантино. В Твиттере набирает популярность хэштег «Оскар такой белый». Темнокожие актеры шутят о том, что нынешняя премия превратилась в белый тотализатор, а на церемонии им, видимо, придется парковать машины своих белых коллег.